сделали. Вот реально все удержалось на вас. Вот эти последние полгода, когда много здесь не понимали, назад ничего не будет. Уже теперь только вперед пойти, я думаю, будет. Дальше будет двигаться вперед, пока эту гадину не задаем. Да. Ну, вот здесь... Сняли головы и наконец-то поняли, что все-таки мы идем вперед. Начальником генерального штаба. По крайней мере, у него... Дай бог, еще, дай бог. Для этого. Ну, друзья, мы сейчас находимся фактически на передовой. Вот здесь, буквально в нескольких километрах, движемся сейчас. Посмотрим, как стоит дело. Здесь. Мы видим, сейчас идет позиционная борьба. Идут выстрелы как раз по позициям нацистов. Как раз вот схрон, который видите, заряжен сейчас для борьбы с нацистами. Заряжается сейчас система с помощью таких приспособлений. Люди выходят как раз на... Право, да, пиши право. Право 300. Да, право 300, дальше 80. Дальше 80. И все. Тебя относит. Тебя относит. Да, помоляюсь, нормально. Позиции нацистов сейчас. Немцы сидят уже вот за этой посадкой, которая спереди у нас соприкасается с... Буквально там еще метров 800. Ну да.